парень, а ты прям начинаешь входить в колею. Как насчет нового заезда? Можно ставки поднять чуток. Ловимся. Сколько еще его гонок будет? Когда мы его уже накажем, как положено, чтобы он уже угомонился? Я отдал ему свою тачку. Да, интересно было бы тачку забрать себе, да? Такая миниатюрная, она прикольная. Так, спринт у нас. Спринт. Опять на спринт. Пределе. Выиграйте спринт против Магнуса. Что, ты пройдешь? Да, попробую с первого раза. Давай. Если не получится, то ты будешь. Так, вот у нас что? С ним на время, не на время? Нет, просто не на время. На ого, у нас тут повороты везде. И он, кстати, уже далеко. Это ненадолго. Он просто первый начал у нас. Ну, в смысле, он был впереди. Ну да, я понимаю. Они всегда были? Они всегда, кстати, впереди. Вау! Они туда поехали. Вот в чем прикол у них. Сложная трасса. Да, сложная трасса. Может быть, сейчас прямая у нас будет, и мы его... Да, вот прямая. Такой, вот да. Она наша прямая, любимая, на которой прямой вообще лошара. Всех дерем. Может быть, у него максимальная скорость страдает, поэтому... Да. И он, кстати, из-за этого тоже в повороты хорошо входит. Да, то, что у него... Или мы просто опять в повороте. Разогнался, в поворот да. Не вошел бы, как да. Всегда. Ну, недалеко, нормально. Сейчас у нас опять... У нас опять сейчас сложные моменты начинаются, то есть... Крутые повороты. Иди сюда. Я помню этот поворот в дрифте. Ты вообще ни разу не обогнал. Подожди. Например, давай, вот давай, давай, сейчас. Давай. Главное не поймать какой-нибудь отбойник. Смотри-ка, ну действительно его становится тяжелее все-таки. Гораздо тяжелее. Да. С каждым разом. То есть не все так просто. Это нам раньше было просто, а сейчас... Сейчас уже сложнее становится. И сейчас, скорее всего, он опять под конец наберет скорость. Я все-таки думаю... Он же бегун. Именно вот во время этих гонок мы будем набирать для себя опыт. Да. Как правильно ездить. Потому что мы дальше... До этого были расслаблены, а сейчас будем более-менее концентрации, да, будем учиться все это делать правильно. Че, я какой? Второй? Охренеть, он тебя обогнал. Все, ты правильно. Неправильно. Перед финишной прямой. Да. Да, ты перед финишной прямой просто обосрался. Да, да. Ну, в принципе, я думаю, не такая сложность. Я если ты там не обосрался, ты бы сразу прошел. Да, больше в говне, как всегда. Так, теперь я попробую. Посмотрим, получится ли у меня. Потому что ты уже надрочился за это время. Ты уже четвертую гонку едешь, наверное. Ну, в смысле, четвертую попытку. Да. Ладно. Попробуем, попробуем. Я думаю, у тебя все получится. Все давай, будет. Посмотрим. Окей-ушки. Главное не отвлекать меня своими словами. Нитро. Мы еще раз на пределе. Эй, приятель, мне уже не терпится. Следи за дорогой и будь осторожнее. Увидимся. Да, здесь надо быть осторожнее. Ух ты, он сразу здесь? Да. А, ты просто там затупил просто, брат. Может быть, да. Все может быть. Пока я тоже туплю конкретно. Вам звонит Магнус, говорит. А, он едет. Он едет за рулем, короче, и звонит. Ага, блядь. Все, гаишники остановятся. Так, вот здесь поворот не пропукай, который я пропукал. Вау, блядь, реально? Блин, тяжело. Два раза подряд, значит, это все-таки такая замануха. Да, блядь. Нет, сейчас мы догоним на финишную игру. На прямой трассе вот здесь вот. Так, ну, дальше, что... чем у тебя? Ничего страшного, сейчас мы его догоним. А нет, он уже прилично ушел, да. А вот он сейчас в повороте. Давай не ударься, потише. Все, ты, короче. Я сделал хуже, чем ты, да? Да. Лучше бы ударился. А, нет, нормально, смотри. Не, нормально, сейчас догоним, нормально все. Ты просто давно не держал джойстик. Да, ладно, давно не держал. 5 минут назад только, да, поворот. Окей, о, красиво. О, еще менты, охренеть. Полицейские, не бей его только. О, окей, нас не преследуют, а вот его вроде бы преследуют. Давай, рви его напрямую.
Окей, все хорошо. Сейчас поворот налево. Вот здесь вроде бы уже финишный у нас был, да? Да, вот я же вот здесь застрял. Угу. Все хорошо. Нет, нет, еще дальше, дальше оказывается. Я же там в деревьях застрял. Блять! Ты вот здесь я? Нет, нет, не здесь. Нормально, все нормально, нормально. А, он обгоняет, он обгоняет. Все нормально, нормально, выровнялся, окей. Где застрял-то? А, сука! Охренеть! Все, окей, давай! Да! Есть, мы его еще раз порвали. Теперь мы его сделали со второй попытки. При том, что я давно не держал джойстик, заметь. 5 минут назад, давно, конечно. Слушай, у нас окно выбилось. Давай продолжим. Пропустить, пропустить, пропустить. Охренеть. Слушай, давай-ка мы зайдем в наши достижения. Посмотрим, сколько мы там всего понаделали. О, что у нас зеленое? Скорость. Скорость у нас прогресс самый большой. Угу. Потом так, у нас нарушение, тюнинг, команда. А что тюнинг у нас 24%? Получается, нам Эйми надо проходить побольше. Да. А, так и есть скорость. Мы же спайка постоянно проходили, зеленый. Да, да, кстати. Все понятно. Так, давай. Назад. Трофей. Трофей. Нормально. Ежедневные задачи. Вот он, Магнус. Бородатый. Бородатый, ужасный. Послушай. Это я. Давай в Лонгхорн. Поговорить надо. Че, он какой-то серьезный слишком. Походу. Что-то случилось. Сейчас у нас будет опять видосик. Лохотрон был написан, да, что-то? Локхорн. Лохотрон, короче. Так, послушаем, что-то он в замешательстве, пацанчик наш. Мы опять возле нашего гаража. Как у нас там называется этот? Это кафешка, как называется? Билларди. Бильярди. Бильярди. Короче, бильярдный. Смотри, как все везде обклеено. Ну чё, как оно? Надеюсь, ты лучше этого лузера. Посмотрим на тебя. Крутой, смотри, какой. Лучше тачки. Сейчас будем полчаса смотреть, как они будут играть. Бильярды. Тебе отдал, а? 277 ведь, да? Да ты, видать, не в курсе даже, что оно лучшее у Магнуса. Эй, ты чё разошёлся? Магнус предложил ему тачку, свою 911-ю, ясно? Да откуда у него вообще твой номер, а? Это правда, что ли? Это ты сделал? Я ему дал. Успокойся. Успокоиться? Да. Да? Да это была моя тачка, я её заслужил! Пап, хватит! А? Полегче. Ну же, мы тут все заодно. Трэвис просто хочет, чтобы у тебя всё было здорово. Не нужна мне его помощь. А теперь что, новичку все лавры, да? Что, а? Я сейчас пока пусть и получишь. Что с тобой? Что за наезды тут? Ты сам хотел этого. Ты на радаре у Магнуса. Заметили одного из нас, значит, заметили всех. Мы все в одной лодке. Мир? Хорошо, порядок. Да. Давай, извиняйся. Прости, старик. О, молодец. Просто для меня это так важно, понимаешь? Мир? Глухонемой, короче. Глухонемой гонщик, блин. Ты все делаешь верно. Ну что, походу, трасса за тачку. Гонки. Открой карту. Так, пока что вроде нету. Жди, где? Может быть, мы ждем звоночка. 110 тысяч мы уже накопили, кстати. Ну, нормально, да, да. Пока что да, надо. Может быть, пока что Эми попробуем. Давай. Эми, Эми. Так. Эми, Эми, Эми. Там дрифт, скорее всего, опять. Эми у нас дрифт опять. На время. Так, ты же гонялся сейчас? Да, теперь. На теперь я погоняю. Там тин тарита тин. Тин тарита тири тири тирита.
Так, кольцевая гонка на время. Кстати, сейчас уже вообще, наверное, так просто будет. Так, установите лучшее время на малом курье в гонке. Так. Поехали, только набрать скорость. Блин, ты смотри, как рычит. Поглядим, как ехать будет. Давай. Интересно, будет показываться после гонки, какая нам деталь открылась? А, нам же, кстати, после гонки постоянно показывается, да? Так, нам нужно... Опять нужно было проехать поворот, да? Нам нужно этот, пока что до нуля дойти до финиша, получается, да? Угу, да. Сколько у нас там времени осталось сейчас? 2:42. Давай, выезжай уже с поворота, забуксовал. Нужно нам шины нормальные поставить, походу. Ну, блядь. Да, кстати, что-то с шинами не то. С поворотом, блядь, вот что за хуйня? Вот с поворота хреново выходит. Вообще долго. То есть в поворот заезжаешь, а может, и... Может, шины менять надо постоянно? Блядь. Я, кстати, одно кольцо постоянно. А, вот же, да. То есть в поворот въезжаешь, и на выходе с поворота сцепление плохое. Подожди, тебе нужно установить лучшее время круга. Или как? Не могу понять. Кольцевая гонка. А, ну ты, да. Ты нах... Ну, сейчас пока что у меня лучшее. То есть я могу в первом круге сделать самое хорошее это время и уже в остальных заниматься херней какой-нибудь. А что там написано этот? Да бля. А что там наверху написано? Вот, жмите на... Не ниже второго места нужно. Займите ниже второго места машине с не менее 350 лошадиных сил. Так, все, сейчас я сконцентрированный буду. Давай. Постараюсь. Не обосраться. Какие тачки беспонтовые здесь. О, ты продул уже. 31 секунда есть. Сейчас посмотрим. Все будет хорошо, блядь. Ты вписался нормально был. Это косячный, короче, круг. Косячный поворот, блядь. Опять, все не так-то просто, да? Даже у Эйми. Слушай, этот, у меня хотя бы какой-нибудь прогресс есть, нет по времени? Нет. Хуже, наоборот, хуже. Хуже, чем до этого, да? Да. Блядь. Блять. Так, у нас осталось 22 секунды. А, тут не меньше второго места. Если сейчас я второй приеду, то, в принципе, я прошел это задание и нормально все, ничего нам страшного. Нам главное тюнинг открыть. Да, главное тюнинг открыть и... Деньги нам нахрен не нужны. В данном случае. Ну, я даже могу позволить себе такие повороты забыть. Главное... Главное не третьим. Нормально, второе. Даже денег дали. 3,5 рубля получил, окей, долларов. Неплохо, неплохо. Но не буду разбрасываться комплиментами. Вот, что-то приз какой-то мы получили. Мне пора, не теряйся. О, да. Магнус, проверь сообщение. Эй, приятель, это я, Магнус. Тут такое дело. О, сейчас мы его тащим, блин. Маршруты, кстати. Только смотри в оба за патрулями. Поглядим, как справишься. Давай, покажи, на что способен. Удачи. Нужна машина Магнуса Уолкера? Купить нужно. Чё, блин? Охренеть. Нужна такая же машина, как у него, получается. Да, так, у него Porsche 911, да? Угу. 911 же был? Вроде да. Ну, послушай еще раз сообщение. Так... Сейчас опять просоримся. Porsche 227. Porsche 227. Porsche 227. Я часами торчу в гараже, ковыряюсь в моторе.
Блин, опять надо покупать тачку, которая нам по сути даже и не нужна. Доступна новая заводская деталь. Так, у нас место-то есть? Одно есть. Последнее. Вот, вот же. А, 0 баксов, фимы. Все понятно. Ваш банк стоит 30, стоимость покупки 0 баксов, остаток, короче, точно так же. Ничего сложного. Интересно, нам дадут его тюнинговать? Да, кстати, давай посмотрим. Выбирай. Так, выбираем тачку. Full House, приз. Вы получили приз. Серебряный спасибо. Приз какой-то. Давай посмотрим. Недоступно. А, мы ничего не можем делать. Да. Такая стремненькая она. Давай посмотрим. Такая старинная, да? Да. Раритетная какая-то. Смотри салон. А, машинка, смотри, на заднем этом. Сзади. На сиденье. Ну, а, да. На полочке. Да. Ну, такая старая машина. Угу. Так, тоже назад. Беспонтовый. Мы даже что характеристики погнали? Не можем посмотреть, да? Давай покинем. Пакетовый гараж. Посмотрим, мираж. Какая она. Да, да. Очень интересно. Бей рекорды друзей и получай больше репутации. Дарам-дам-дам. Дам-дам-дам.